Это очередной этап демонтажа объектов, самовольно возведенных на муниципальной земле. Эту работу городская администрация будет проводить на постоянной основе. Подобных объектов, стоящих в плане на демонтаж, на курорте немало. Как говорят сами предприниматели, их ввели в заблуждение арендаторы, не уведомив о статусе торговых ларьков. Это является муниципальной именно землей. Вот. Соответственно, здесь полностью легитимны все действия. Призываем всех обиженных, обманутых людей писать заявление в полицию. Если полиция уже углядит тут заведомо неправильный, незаконный замысел тех, кто организовал этот горе-рынок, значит, писать заявление в полицию, чтобы они уже рассматривали факт мошенничества и, соответственно, уже принимали свои меры. Что будет на месте демонтированных торговых павильонов, пока неизвестно. Но в том, что будет красиво, сомнений нет, отмечают в мэрии.